нас есть уполномоченный орган, который бы именно этим, о том, что вы говорите, занимался? А как же это составляющая энергетическая нашей Орловской области, и нет органа, который бы этим бы занимался? Со стороны правительства ничего не делается. У нас уйдет серьезный инвестор. 500 миллионов вложений, 30 миллионов в год в виде налогов – это довольно-таки большие суммы. Сколько? 200. Да, еще бы 200, да. Не, ну это все понятно, что вы уйдете.